Ну, мне вчера звонил один фермер, он будет со мной вести переговоры, вероятнее всего, сегодня. Вот. Но, опять же, я всех буду предупреждать, чтобы они понимали, что они покупают не простую коровку там, или не простого быка, а, в общем-то, боевого быка, и с ним есть определенные сложности. Если он вырвется, то это уже сложно. Он, так сказать, у него традиция одна – пробежать по всей деревне, все перевернуть. Соответственно, так сказать, они нормально чистые, то есть их можно отправлять на любую мясобойню. Но здесь уже как бы другой вопрос возникает, стоит ли это делать. Дело в том, что они стоят денег, и, так сказать, и это первая как бы проблема. А второе, все же это, ну, животные, которые, наверное, в общем-то для другого созданы. И вот так вот поступить, ну, это последнее дело, по моему мнению.